Scarborough Fair. Объясняю, как играть первую строчку так, чтобы минимально, как можно меньше двигать пальцами. Итак, мы играем ля, ля, ми, ми, си, до, си, ля. И здесь секрет в том, чтобы палец, который держится на ля, нажимал практически все время. Значит, когда мы играем ля, ля, мы полностью прижимаем этим пальцем струну. Когда мы играем ми, ми, мы ослабляем нажатие, примерно на миллиметр, на два поднимаем этот палец. Он по-прежнему может касаться струны, но он уже не нажимает. Еще раз. Ля, ля, нажимаем. Ми, ми, перестаем нажимать. Но палец практически на том же месте. То есть задача в том, чтобы вот так вот пальцем не делать, когда мы перестали прижимать ля. То есть вот так вот. Ля, ля, ми, ми, делать ни в коем случае нельзя. Ля, ля, ми, ми, это ошибка. Должно быть ля, ля, и ми, мы просто ослабляем нажатие. Ля, ля, ми, ми, си, до, си. И вот мы опять нажимаем ля. Все это время этот палец был здесь, практически не двигался. Ля, ля, чуть ослабили. И вот опять нажали. Ля, ля, ми, ми. Ля, ля, ослабили, си, до, си, ля, опять нажали.